Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует наша носатая самочка императорского удава с таким закоренелым старым абсцессом, который присутствует у него на носу уже, наверное, лет 5. Вот. Из-за этого она плоховато дышит, но в силу того, что она сейчас у нас опять пошла в размножение, я, честно говоря, пока побаиваюсь его вскрывать. Ну, как бы она, да, дышит не наилучшим образом, но дышит, и поэтому, как бы, зачем ее мучить, я думаю. Он вроде бы не меняется, поэтому оставил все как есть. Вот. Как вы можете заметить, она достаточно крупненькая, и, судя по всему, она у нас беременна. В этом видео я продемонстрирую вам в целом самочек, которые участвовали в этом сезоне размножения. И, скажем так, тех самочек, где я увидел удачный результат. Всё, давай. Давай, давай, давай. Сейчас я ее. Далее у нас идет также самочка Normal. Судя по всему, она беременна, она греется. Она покушала, но тем не менее достаточно крупненькая для своих обычных размеров. И я предполагаю, что она также может быть беременной. Беременность — это не просто овуляция, когда яйца выходят из яйцевода. Это, прежде всего, оплодотворение этих яичек. Вот. Поэтому, ну, конечно же, беременность может быть, может пройти, то есть, бесплодной, то есть выйдут жировики, но, как бы, я приветствую все-таки другую беременность. И снова у нас на очереди самочка Нормала. Она сидела с самцом РЛТ, и тут тоже может быть что-то интересное. Далее, эта самочка, ну, она под вопросом. Это самка Сангло, и она может быть беременна, потому что она спаривалась с самцом Сангло. Но под вопросом. А здесь у нас сидят самочка Альбина Кал и самец Сангло, как раз таки, который спаривался с предыдущей самочкой, и они спаривались. Правда-правда, я оставлю где-нибудь здесь, я вставлю фотки, как они спаривались, и это такое было, так что ждем. Есть еще самочка Мотли, самочка Альбина Т+. Она конда, и все они ни с кем не спаривались. Подведем итоги. Мы на фоне этих двух прекрасных самочек, которые соседствуют друг под другом, сезон, не сказать, что удался идеально, но что-то получилось, что-то не получилось. В любом случае, все выводы и все результаты мы узнаем, получим только весной. Сейчас остается только ждать и чуть-чуть еще доработать в этом сезоне. Всем спасибо. Пока-пока.